сети появились необычные кадры с молдавским музыкантом Даном Баланом и украинской певицей Тиной Кароль, которым приписывают роман. Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль и молдавский исполнитель Дан Балан, чьи пути сошлись на «Голосе страны», неожиданно появились на совместных фото. На снимках они выглядят как влюбленная пара, собственно, и роман им приписывают уже давно. И все бы ничего, но снимки не настоящие, а сделанные в фоторедакторах. Хотя фанатов это мало интересует. Они просто в восторге от этой парочки. Отметим, что для такого темного жалобного образа Тина Кароль выбрала черное пальто с платьем и туфли на шпильках. Выглядела она соответственно мероприятию. При этом к ней прилепили Дана Балана, он тоже весь в черном, а на некоторых кадрах им обоим еще и очки нарисовали. В комментариях к фото началась оживленная дискуссия по поводу этих отфотошопленных кадров. Шикарно, красота с красотой. Спасибо автору за эту красоту, как им идут очки, ничего себе. Вау, это точно шу. Это невероятно реалистично, как красиво, какие классные.